полезные свойства амаранта в лечении, питании и скотоводстве. 12 июля 2018 года семена, мука и масло этой культуры содержат комплекс элементов, которых нет в других растениях. Полезные свойства амаранта были известны еще несколько веков назад. Сегодня его считают прекрасным источником белка, протеина, а также сквалена, прекрасного антиоксиданта. Последний компонент не позволяет окисляться свободным радикалом. Более того, он служит уникальным поставщиком кислорода для сердечно-сосудистой системы. Кроме перечисленного, удивительное вещество оказывает сильное омолаживающее воздействие на организм человека. Те, кто занимается сыроедением, высоко оценят этот необычный продукт. Вникаем в полезные свойства амаранта. Поскольку сквален вырабатывает ценный кислород, то удивительное растение советуют использовать при реабилитации после инфарктов либо инсультов. Во время такой терапии пациента будет немного тошнить, однако это нормальная реакция. В состав необычной травы входят витамины группы В и Е, которые являются достаточно мощными антиоксидантами. Также не стоит забывать о флавоноидах. В связи с этим полезные свойства амаранта оказывают благотворное влияние при варикозном расширении вен после химиотерапии или радиооблучении. Убирает остатки токсических веществ на состояние стенок сосудов. Лечение с таким продуктом не только приносит пользу, но и очень приятная процедура. Блюда, приготовленные на основе его муки, приобретают нежный ореховый привкус. В то же время содержащийся в культуре пектин способствует снижению уровня сахара в крови, а также сжигает холестерин в самих клетках. Где и как использовать? Добавлять порошковую смесь можно в разные блюда. Несколько чайных ложек растворяют в стакане йогурта. Многим нравится использовать его в качестве панировки при обжаривании котлет или твердого сыра. С ним выпекают булочки, хлеб и другие кондитерские изделия. Примечательно, но такие лакомства очень долго не черствеют. Дорогое масло амаранта расходуют скромными порциями. Благодаря омолаживающему эффекту его используют в косметологи, нанося на кожу. Около 3-5 капель добавляют в овощные блюда либо в каши. Кроме прочего, оно помогает при колите, гастрите, заболеваниях печени, жировой гепатоз. Полезные свойства амаранта применяют даже в скотоводстве. Фермеры засевают целые поля удивительной культурой, чтобы коровье молоко было не только с приятным привкусом, но и обладало целебным эффектом. Вникаем в полезные свойства амаранта. Поскольку сквален вырабатывает ценный кислород, то удивительное растение советуют использовать при реабилитации после инфарктов либо инсультов. Во время такой терапии пациента будет немного тошнить, однако это нормальная реакция. В состав необычной травы входят витамины группы В и Е, которые являются достаточно мощными антиоксидантами. Также не стоит забывать о флавоноидах. В связи с этим полезные свойства амаранта оказывают благотворное влияние при варикозном расширении вен после химиотерапии или радиооблучении. Убирает остатки токсических веществ на состояние стенок сосудов. Лечение с таким продуктом не только приносит пользу, но и очень приятная процедура. Блюда, приготовленные на основе его муки, приобретают нежный ореховый привкус. В то же время содержащийся в культуре пектин способствует снижению уровня сахара в крови, а также сжигает холестерин в самих клетках. Где и как использовать? Добавлять порошковую смесь можно в разные блюда. Несколько чайных ложек растворяют в стакане йогурта. Многим нравится использовать его в качестве панировки при обжаривании котлет или твердого сыра. С ним выпекают булочки, хлеб и другие кондитерские изделия. Примечательно, но такие лакомства очень долго не черствеют. Дорогое масло амаранта расходуют скромными порциями. Благодаря омолаживающему эффекту его используют в косметологи, нанося на кожу. Около 3-5 капель добавляют в овощные блюда либо в каши. Кроме прочего, оно помогает при колите, гастрите, заболеваниях печени, жировой гепатоз. Полезные свойства амаранта применяют даже в скотоводстве. Фермеры засевают целые поля удивительной культурой, чтобы коровье молоко было не только с приятным привкусом, но и обладало целебным эффектом.